Присаживайтесь, дорогие. Я очень рад вас всех видеть, дорогие сестры. Как здорово, что мы собрались. Наконец-то. И знаете, сегодня вот в один день, в одно время хочется так много всего сказать. И знаете, вот моя цель сегодня, это я много об этом думал, не проповедь, друзья, потому что проповедь, вы всегда послушаете мою, а какие-то вот вещи привнести в вашу жизнь. Вот это то, чего я очень сильно хочу. Но прежде чем мы поговорим о каких-то практических вещах, которые могут изменить буквально всю вашу жизнь, абсолютно, я хотел бы немножко просто с вами, знаете, порассуждать, поговорить. Вы знаете, вот сегодня мы... Такое название, да, так назвали, серая мышь или кто? Кто ты? Королева. Вы знаете, в самом деле, в жизни так бывает получается, когда ты смотришь на женщин, и кто-то проживает жизнь такой, знаете, серой мышкой, а кто-то проживает королевой. Вы знаете, я смотрю, вспоминаю вот мою маму. И моя мама, знаете, она была таким героем, человеком с таким огромнейшим потенциалом. Но всю свою жизнь она прожила, находясь у станка. Она была токарем. Она 31 год проработала, ударник труда. И 3 раза была замужем, ни с кем не сложилась. И в конце концов умерла. 64 года от инсульта. И знаете, вот смотришь и думаешь, ну почему так вот получается? Вот хорошие люди, хорошие. Вот мама моя была таким хорошим человеком, особенной женщиной, да? А вот жизнь прожила нехорошую. Болела всегда, таблетки всегда пила, в больницах лежала. И столько страданий перенесла, в конце умерла. И встает, знаете, так, как бы вопрос такой, вопрос, который, наверное, логически возникает, да? А Бог куда смотрит? А почему Бог так допустил? А почему вот Бог такую судьбу предопределил? И знаете, вот хочется сказать сегодня, без всяких долгих объяснений, что... На самом деле судьбы нет. Нет такого понятия. Знаете, когда мы говорим о судьбе, мы должны понять, что это такое вообще. Нет судьбы, нет чего-то, что должно произойти в твоей жизни. Ты сам на самом деле являешься тем, кто творит свою судьбу. И даже Бог, Он не творит твою судьбу. Ты творишь свою судьбу. И Бог, Он может только содействовать тебе в том, что ты в жизни выбираешь. Знаете, так как у меня немного времени, мне хочется не говорить о каких-то второстепенных вещах. А вот хочется сказать что-то важное. И я думаю, кто-то из вас, вы должны сейчас осознать, что то, что в вашей жизни было, возможно, негативное, возможно, вы развелись, возможно, вы болели, возможно, вы в тяжелом положении сегодня финансовом, вы видите, что ваша жизнь проходит неправильно и было много плохого. То, что вы знали, ну, на самом деле, Бог этого не творил. На самом деле, есть много других причин, почему мы оказываемся в этом положении. Но то, что нам Бог дает по своей благодати, Он нам дает откровение о том, что мы можем в жизни выбрать. Мы можем выбрать, как нам прожить. Серой мышью, да, или королевой. Мы можем выбрать, и это оказывается не в руках Бога. Бог это передал в твои руки. И ты, сестра, можешь сегодня на этой конференции принять какие-то серьезные решения.
и изменить полностью свою жизнь. И как я говорил о своей маме, да, моя мама была хорошим человеком. Но знаете, есть выражение такое, хороший человек – это не профессия. Поэтому есть хорошие люди, но они не умеют распоряжаться своей жизнью. В какой-то степени они не знают чего-то. Одно из страшных вещей, вот, которые происходят с нами в жизни, это неведение, это незнание. Вы знаете, когда человек, он живет в неведении, он живет во тьме. Во тьме Иисус Христос говорит, когда он идет во тьме, то он споткнется и упадет. И вот в жизни много вещей в нашей может происходить из-за того, что мы идем в неведение, мы чего-то не знаем. Мы чего-то не знаем о жизни. Знаете, есть такое понятие «женское счастье» или «женское горе», «женская доля». И когда я все это слушаю, я думаю, знаете, это все высказывание тьмы. Людей, которые на самом деле не знают света, не знают правды. И вот здесь на конференции наша задача – это иметь такое просвещение, чтобы с этого дня нам больше не жить во тьме, чтобы нам жить во свете. И такого понятия, как женское горе, женская доля. Какая доля? Послушай, это на самом деле не так. Женщина, она имеет огромный потенциал, друзья. Вот когда смотришь на женщин и на мужчин, то понимаешь, что мужчина, он, знаете, он как создан по образу Божьему, и он как тот проводник, это мощно. Но когда смотришь на женщину, то вот то, что я вижу, что женщина, она может то, чего не может мужчина. Женщины намного сильнее, намного терпеливее, намного, как бы, знаете, люди... Амен, амен. У женщины огромный потенциал. И ты, как женщина, ты должна знать, что многие вещи, которые ты знаешь о себе, они на самом деле являются неправдой. И то, что ты думаешь о том, что ты можешь и чего ты не можешь, это тоже является неправдой. На самом деле женщины, которые открыли для себя вот эту тайну, что на самом деле они не являются номер два. Мужчина номер один, женщина типа номер два. Что женщина, вот она обречена там носки стирать, трусы стирать и страдать, и ждать мужа с работы. Нет, друзья. Я вам скажу правду, дорогие сестры. Женщина создана королевой. Амен. Это правда. И бывают мужчины, которые не коронуют свою жену. Да? И это есть проблема сегодня в нашем обществе. Для того, чтобы разобраться, вообще нужно прежде всего сориентироваться, в какое время мы живем. В каком обществе мы живем? Вы знаете, я благодарю Бога за каждого мужчину, за каждого брата в нашем служении, потому что Бог поднимает братьев. Но когда мы смотрим на общество, в котором мы живем, мы должны осознать, что мы живем в то время, когда мужская роль, она очень сильно ослабела, когда мужчины, они стали слабыми, а женщины, наоборот, становятся сильными. Когда мы видим, что многие женщины являются супер там бизнесменами, бизнес-вумен, да, как говорят. Многие женщины ведут служение очень мощно. Многие мужчины, они все, что делают, они пьют водку. Они занимаются какими-то вещами, которые их разрушают. Они лежат на диване, читают газету, смотрят футбол, ну и так далее. Да? Вот посмотрите в мире, что творится. Мужчины поражены. Поражены конкретно массовыми таким заражением, какой-то деградацией. И сегодня, я скажу вам прямо, время женщин. И это правда. Сегодня время, когда женщины меняют все. Когда мы смотрим на самую большую церковь в мире, которая в Корее, да? Вы знаете, что ее подняли женщины? И многие говорят, а какой ключ был у доктора Йонги Чо, чтобы поднять церковь? И многие говорят, молитва ключ к пробуждению. Все говорят, аминь. Ячейки ключ к пробуждению. Аминь. И никто не замечает, что его ключевым откровением для того, чтобы у него была мега-церковь, было откровение, что женщины могут служить. Аминь.
И когда он это откровение пережил, он высвободил женщин на служение. И его церковь молниеносно начала расти. Вы спросите, а почему так? Потому что, друзья, в женщине особенный потенциал. И сегодня, вот прежде чем мы будем там дальше говорить конкретно о чем-то, мне хочется сказать, каждый из вас сегодня на этом собрании, на этой конференции, вам нужно будет все равно изменить понимание самого себя, самой себя, изменить свое направление жизни. Вы знаете, есть много вещей, которые нам нужно пересмотреть. Если мы их не пересмотрим, наша жизнь не изменится. У многих из вас, у вас очень такое непростое положение в жизни, и вы бы хотели большего. Вот кто бы из вас хотел большего, сестра? Аллилуйя, все хотят больше. Но чтобы было больше, друзья, оказывается, это не принесет вам какой-то мужчина, который приедет на белом коне, понимаете, или на белом осле, и он заедет прямо в ваш дом. Понимаете, если даже придет мужчина, вы можете потом разочароваться, потому что, оказывается, именно в вас сокрыты все ресурсы. Именно с вами Бог лично хочет иметь дело. Именно вас Бог хочет сделать королевой. И вы знаете, самое первое, что мне хочется сказать, это номер один. Каждая женщина должна знать, что у нее есть тот, кто ее никогда не оставит, тот, кто ее никогда не подведет. Это Дух Святой. Это друг любой женщины, это партнер. Дай Богу славу. Мы все люди, знаете, мы бывает ждем, что кто-то придет, мужчина придет. Но когда женщина, она имеет отношение со Святым Духом, друзья, у нее меняется мышление. Она уже не ждет, что мужчина должен прийти и сделать ее счастливой. Она сама придет в дом и сделает мужчину счастливым. Амин. И вот эти вещи, друзья, о которых мы сейчас начали говорить, они очень, очень важны. Потому что одиночество, оно не принадлежит вам, никому, ни одной женщине. Потому что даже если у вас нет мужа, даже если муж вас оставил, даже если вы там перенесли развод, все что угодно, это вообще никакой роли не играет. Вы всегда должны знать, у вас есть тот, кто всегда с вами, тот, кто с вами никогда не разведется. Тот, кто вас никогда не бросит. Тот, для кого вы самая красивая, дорогая и ценная. Это Дух Святой. Дух Святой – это реальная личность. Дайте Богу славу за него. Когда вы начинаете строить отношения с Ним, вы начинаете выстраивать свое будущее. У вас должно быть четкое понимание. Знаете, вот эти молитвы, «Бог, какая у меня судьба?» Эти молитвы, друзья, они не от ума. Потому что на самом деле судьбы нет. Судьбу пишешь ты. Судьбу Бог дал тебе выбрать. И есть потенциал. И ты можешь этот потенциал открыть в своей жизни и использовать. И вот этот потенциал, который открывается, это великая сила. Дух Святой хочет с тобой сотрудничать, чтобы поднять тебя на самую большую высоту. Чтобы сделать тебя из серой мышки королевой, чтобы это было в самом деле так, чтобы это не было просто словами, чтобы это не было просто лозунгами, чтобы это стало реальностью. Может ли быть перемена в моей жизни? Конечно, да. Когда я начинаю сотрудничать с Духом Святым и именно с Ним выстраивать свое будущее. Поэтому самое первое, как строится судьба, давайте я вам скажу так. Как она строится? Самый первый шаг, чтобы построить вообще счастливую судьбу, вам нужно сначала ее увидеть, понять, что вы хотите. То есть вот взирая в будущее, что бы вы хотели, не исходя из того, что даже у вас есть сегодня, не исходя из вашего опыта, а просто представьте, вот как бы вы хотели жить, что бы вы хотели видеть в своей жизни. Знаете, это такой важный вопрос, потому что Бог, Он хочет увидеть, что ты думаешь.
Вот что ты думаешь, это играет огромную роль. Потому что самым страшным проклятием является это негативный взгляд в будущее. Это признание какого-то поражения. Это признание себя как несчастной. Это признание себя как брошенной. Это признание, что у тебя вот такая судьба плохая. Это признание, что вот, ну, так суждено тебе это пережить. Это признание, в конце концов, что воля Божья, наверное, чтобы я вот так страдала. Послушайте, все эти вещи, они являются на самом деле, ну знаете, чем-то, как проказа на вашем разуме. Уберите это прямо сейчас, вот когда я с вами говорю. Уберите это со своих мозгов, уберите это со своего разума. Скажите, нет, я больше не буду думать, что Бог замешан в этих страшных вещах в моей жизни. Вы меня слышите или нет? Я не буду думать, что как будто я должна была это переживать. Послушайте, я не собираюсь вообще на это так смотреть. Я знаю, я точно знаю, я должна быть счастливой. Принять это сейчас или нет? Я принимаю. Ты должна сказать, я принимаю это в свой дух. Я счастливая, я королева. Я не создавалась Богом какой-то мышкой. Нет, я создавалась Богом королевой. И пусть сегодня даже вы можете посмотреть на свою жизнь, посмотреть на себя в зеркало, сказать, ой, во что я превратилась, у меня столько болячек, у меня и тут болит, и там болит, и все у меня плохо, ошибок я наделала в жизни. Слушайте, ничего страшного. Почему мы сегодня собрались? Почему сегодня мы здесь? Да мы здесь по одной причине, друзья. Потому что Бог вас всех собрал, чтобы сейчас отрезать ваше прошлое от вашего будущего. Амин. Чтобы сейчас все началось заново. То есть сегодня, Писание говорит, Бог обновляет лицо земли каждое утро. И вы знаете что? Сегодня Бог хочет обновить твою жизнь. Через что? Он хочет сегодня дать тебе слово, как основание. И это слово очень важно для твоей жизни. Понимаете, мы должны сегодня на этой конференции сказать, нет, что бы ни происходило, моя жизнь, которая меня ждет впереди, я сегодня буду ее строить, я не буду инертно течь по жизни и ударяться об каждый камень, об каждый угол. И кто угодно будет пытаться меня обидеть, такого не будет. Женщина, она должна взять все в свои руки. А что мне делать, пастор, если вот у меня муж, вот он меня там не любит, он меня гнобит дома, он меня не уважает, не любит, там не ценит и так далее. Мне же с ним жить, не переживайте. Всегда знайте одну вещь, эмоциональный момент, который выстраивает и поможет и вашему мужу. Первое, запомните, что я буду говорить сейчас. Первое, во-первых, всем женщинам нужно прекратить упрекать, корить своих мужей. Это очень важный момент. Это я, мужчины мне заплатили за это, и за этот тезис. Прекратите, да, прекратите это делать. То есть прекратите в самом деле, знаете, жена, как Соломон говорит, которая как капель в дождливый день, она капает, капает, капает на мозги. Ты такой, ты сякой, денег нет, Вася сосед лучше в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Ого, послушай, что же это за сосед? Итак, послушайте, друзья, не трогайте вообще своих мужей, не нужно создавать дома атмосферу конфликта, атмосферу какого-то, знаете, неудачи, какого-то поражения, каких-то скандалов. Женщина – это та личность, которая может в доме создавать атмосферу, при которой даже сам муж, он начнет меняться. Кто-то меня слышит или нет? Это очень важно понимать. Дайте Богу славу за это. Но теперь смотрите, когда речь идет о мужчине, да, что же происходит? Вот я вам скажу такую вещь. Мужчина, который, к примеру, на сегодняшний день, он не тот, кем вы хотели его видеть. Он где-то сдал, да, он где-то вообще не в том направлении идет. Такое может быть. Но я скажу вам важную вещь. Вы всегда эмоционально должны быть отделены от всего от этого. Вы должны эмоционально быть целостны. Женщина не может стать счастливой до тех пор, пока вот ее счастье связано с кем-то. То ли это муж, то ли это работа, то ли это дети. Нет, так не получится. Начинается твое счастье, твой старт, и вообще даже счастье твоих ближних, твоего мужа, твоих детей, и твоя финансовая ситуация, и здоровье. Начинается все тогда, когда ты становишься целостной внутри, когда ты отделяешь себя.
То есть ты счастлива независимо ни от чего. Ты счастлива, потому что ты личность, потому что ты созидаешь себя внутри. Вот этот момент очень важен. Понимаете, то, что я говорю. Потому что ты приходишь в дом, и ты начинаешь жить вот этими проблемами. Нельзя жить проблемами. Начни жить своим видением. Начни жить своими победами. Начни жить, как будто бы у тебя есть своя жизнь внутри себя. То есть, вы знаете, Иисус говорит, я имею в себе жизнь. И вы знаете, вот этот термин «я имею в себе жизнь», он очень важный для тебя, потому что если ты в себе имеешь жизнь, никто на тебя не сможет повлиять. И когда ты счастлива сегодня, еще когда ничего не изменилось, но ты начинаешь радоваться, потому что у тебя есть твоя жизнь, у тебя есть твои отношения с Богом, у тебя есть твои отношения с самим собой, у тебя есть твои отношения вообще вот с твоим будущим. Ты взаимодействуешь, ты мечтаешь, ты каждый день в каком-то, знаете, движении вперед. Что происходит? Ты начинаешь внутри укрепляться. Многие женщины настолько ранимы, потому что только они начинают внутри, знаете, создавать какой-то мир. Что происходит? Кто-то там, муж, что-то сказал, муж повел себя неправильно, образно говоря, ткнул ее, оп, и все. И внутри уже все счастье, оно ушло. Внутри уже поражение, внутри уже опять эти разговоры, эти беседы, эти мысли, эти тяготы и все такое. Нет, друзья, не получится подняться. Помните, все люди, которые создали себя, это люди, которые отделили себя от всех. Кто-то меня слышит? Отделили себя от всех. Даже когда мы с Викторией, вот мы наслаждаемся жизнью, мы любим друг друга. Знаете, это Божье благословение. Основа этих отношений – это отношения с Духом Святым. И понимаете, очень важно для меня иметь мои отношения с Духом Святым, а для нее – ее отношения с Духом Святым, ее мечты, ее видение, ее понимание жизни. И очень важно понимать, да, что если она сегодня созидает себя, это мое счастье, это влияет на меня. Потому что многие женщины, они не понимают простой вещи. Тот же мужчина, любой мужчина, он всегда тянется к той женщине, которая является личностью. Кто-то слышит? То есть никому из мужчин не нравятся женщины, у которых нет вообще своего лица, понимаете, своего характера, своей какой-то жизни. Знаете, он женился, бывает такое, да, а потом он уже о ней все знает. Почему? А, я все знаю, это она такая, это она такая. А почему? Она вообще не развивается, она сидит дома. Она там пошла на работу, пришла, может быть, какие-то дела делает, и все. А он уже смотрит на нее, она ему не интересна. А я вам скажу, для того, чтобы все это изменить, самой женщине бывает, нужно не мужчину менять, нужно себя изменить. Нужно себя изменить, нужно снутри начать созидать себя так, чтобы ты для мужчины всегда была загадкой. Чтобы ты для мужчины, для своего мужа, который прожил с тобой, может, 20 лет, а может, 30, чтобы ты была тайной. О, это правда. И почему это важно? Потому что в самом деле, когда ты созидаешь себя, когда у тебя есть твоя жизнь, ты всегда будешь интересным человеком. Ты всегда будешь очень ценным человеком. Когда ты развиваешься, не стойте на месте, развивайте свою внутреннюю жизнь. Не позвольте эмоционально вас раздавить никому. Кто бы ни говорил в вашу жизнь, какие-то плохие слова, какие-то, знаете, там, укоры, какие-то вот ты такая, там, знаете, какой-то мужчина сказал, да ты там некрасивая, да ты еще что-то. Дорогие мои сестры, не пускайте это внутрь себя никогда. Эмоционально нужно быть защищенной, нужно быть настолько сильной. Я бы выразился даже так, если уже говорить на эту тему. Женщине нужно строить буквальную крепость вокруг себя. Потому что если она ее не построит, ее будут ранить. Для того, чтобы быть целостной, строй крепость вокруг своей души. Строй крепость. В твою душу должен иметь доступ Дух Святой. Когда в твою душу имеет доступ любой человек, знаешь, я тебе скажу прямо, тебя ранят, тебя разрушат, тебе сделают больно. Это будет разочарование. Знаете, есть понятие такое «доверять». И вот знаете, вы доверяйте, но вы доверяйте так, чтобы это вас не ранило. Научитесь этому. Сегодня хочется обратиться к тем сестрам, которые не замужем. Вот просто сказать вам одну из вещей, которые сегодня мне сильно хотелось сказать. Вот, не спешите замуж. Вы еще успеете разочароваться.
Не спешите. Поживите в этих грезах. Поживите вообще в этой надежде, что кто-то вас сделает счастливым. Поживите в этом. Это ценные годы. Не сделайте так, чтобы они сократились. Ну, на самом деле, я не хочу сказать, что семейная жизнь – это плохо. Семейная жизнь – это хорошо. Но когда это хорошо? Давайте об этом поговорим. Когда это хорошо? Вы знаете, я сегодня живу с Викторией. И знаете, я реально люблю Викторию больше своей жизни. Она для меня дорогой человек, она любит меня. Мы счастливые люди. Мы счастливые, у нас одна жизнь, мы двигаемся в видении, мы наслаждаемся, мы вместе молимся, мы вместе мечтаем, мы друг друга прощаем, понимаем и так далее. Но я извиняюсь, моя мама вышла замуж, у нее такого не было. И она развелась. И так получилось, что папа, он ее бил. И знаете, когда папа ее бил, это было плохо. Я был маленький, в меня бесы вошли, когда она на это смотрела. И я это помню. Это были каждый день побои, унижения, больницы в конце концов. И в конце она и умерла от этого. Потому что у нее отбита голова была просто. С самой юности она пила таблетки горстью вот так вот. Каждый день от головной боли. Лежала в больницах, потому что у нее отбит затылок был. И я это все видел своими глазами. И вы знаете что? Почему она вышла замуж? Вот такой простой вопрос. Почему сегодня я вижу многие семьи, да, и они на самом деле несчастны. И там мужья, они так себя не ведут, как, к примеру, я себя веду, или есть хорошие мужья, которые любят своих жен. Есть другие вообще картины. Есть что-то страшное, что мы можем видеть. И я, как пастор, бывает, это вижу. Когда мужчина, это просто человек, который не любит свою жену, он считает ее за ноль, он считает ее за ничто. И знаете, когда он считает ее за ничто, и она с этим живет, она это видит, она это знает, он ей это доказывает годами, каждый день. Ты ничто, ты никто, да если бы не я, да если бы я тебе не давал деньги, да если бы не я, так ты вообще никто, да ты вообще плохая, да ты некрасивая, да ты... И знаете что? С этим живет женщина. И знаете, чтобы вот такого не было, чтобы не случилось того, что вы вышли замуж, сестры, и потом вы об этом пожалели, потому что когда вы выходите замуж, знаете, вот быстро все меняется. Как у людей, они вышли замуж, она забеременела, через год родила ребенка, потом, может быть, через пару лет еще одного. И знаете, когда она была беременная, муж уже смотрит на других девушек. Потому что беременная, она на другой волне, у нее токсикоз и так далее. Я что-то не так говорю или так? И мужчины, поверьте, они сразу начинают мыслить куда-то в другую сторону. А потом, когда второй ребенок, появились проблемы, появился живот, появились жир, растяжки, все остальное. А он не понял, подожди, а что такое? Она уделяет время детям, ему время не уделяет. И вот и все, вся романтика закончилась. И потом проходит, бывает, несколько лет, и, к сожалению, ты смотришь, они разводятся. А ты остаешься с детьми сидеть. И, от него есть, конечно, польза. Он, может быть, алименты будет платить. Понимаешь? То есть вот эти вещи, чтобы их избежать в жизни, чтобы иметь счастливую жизнь, самое главное, есть вещи, в которых нельзя спешить. Не спешите выходить замуж. В этом вопросе говорят 7 раз «отмерь». И что? Один раз отрежь. То есть ни в коем случае нельзя смотреть на подружек. Вот у меня подружка вышла замуж, уже дети у них, они такие счастливые. И та подружка, а я не вышла. Не переживай. Твое время придет, и ты выйдешь замуж. Но когда ты выйдешь замуж, важно, чтобы когда вам будет по 60, по 70 лет, чтобы вы были в это время счастливыми людьми, были вместе. И старость вместе встретили. Аминь. А не было такого, что вы остались, знаете, вот где-то одинокой уже через несколько лет. Поэтому вот брак – это очень тонкая вещь. И для женщин очень важно понимать, как правильно выйти замуж. Я вам скажу прямо. Вот сейчас пару слов для тех, кто не замужем. Бывает такое, когда девушка спешит замуж, но Бог, Он просто хочет ее благословить. Что происходит? Посмотрите. Для того, чтобы выйти замуж, бывает нужно дойти в своем саморазвитии до определенного уровня.
И бывает сегодня, вот так получается, ты еще не та, ты еще не на том уровне, чтобы встретить своего мужа. И Бог по твоей молитве, Он отвечает, Он, может быть, готовит какого-то человека, который в это время, он формируется, он готовится. Но сейчас вы не можете встретиться, потому что вы находитесь на разных, образно говоря, уровнях. И бывает, смотришь, девушка, она начала развиваться, она начала там идти в чем-то, она достигла чего-то в жизни, в своей мудрости, в своем разуме, в своем понимании жизни. Она уже сформировалась и состоялась. И именно тогда она и встречает того человека, который соответственный ему. Понимаете, мы привлекаем соответствие. И Бог, Он бывает говорит, лучше тебе сейчас соответственного не привлекать. Лучше тебе измениться, и потом ты привлечешь соответствие. Кто-то аминь скажет? Дай Богу славу. Потому что когда ты привлечешь сейчас соответствие, это будет горе плюс горе, будет два горя. Понимаешь? Две беды в доме. И для того, чтобы это изменить, вот Бог говорит, сейчас нужно думать не о замужестве, а нужно думать о том, чтобы себя развить, чтобы себя сформировать, чтобы самой стать другим человеком, успешным человеком, счастливым человеком, благословенным человеком. И тогда, когда ты состоишься, ты привлечешь свою жизнь, вторую половинку, то есть соответствие. Ты привлечешь, и тогда только вы сможете пожениться и быть счастливы. Когда люди, они, знаете, спешат, вот просто спешат, вот хочу, влюбилась, хочу, и, знаете, делают этот шаг. Как часто я видел, это просто шаг, как, знаете, роковой шаг в их жизни. Влюбилась, захотела, добивается своего, добилась. Дальше. Что дальше? А дальше начинается уже, как образно говоря, откат этой волны. И уже одни неприятности. Если сегодня вы замужем уже, и у вас сегодня такая ситуация, да, вы замужем, и вы не знаете, что делать, чтобы изменить свою жизнь. Потому что вы, образно говоря, зависимы от мужа, зависимы, вы зависимы от обстоятельств, которые сложились. Что вам делать? Я вам скажу одну вещь. Сестры, дорогие, и те, кто замужем, и те, кто не замужем, есть понятие саморазвития. И вот это понятие, оно буквально может изменить все. Вы не ждите, что муж должен взять ответственность. Вы возьмите ответственность за изменение всей вашей жизни и вашей семьи. Вы возьмите ответственность. И когда вы начнете развиваться, сдвинетесь с места, начнете смотреть в будущее, начнете себя формировать, вы увидите, что начнет происходить с вами. Вы увидите, что вокруг начнет происходить. Это будет просто невероятно. И вот послушай, что значит саморазвитие? Давайте практически к этому подойдем. Вот сегодня мы, сидя здесь, можем уже сесть и написать свой конспект. Какой я себя вижу? Что я хочу от этой жизни? Всегда это нужно записать. Вот у меня есть вещи, такой, знаете, блокнот. Я пишу туда такие вещи, которые я хочу, чтобы они были закреплены в моей жизни спустя годы. Я стремлюсь к этому. Я хочу этого. Это моя мечта. Я жажду этого. Это невозможно, но я хочу, чтобы это невозможно произошло. И вот посмотри сегодня на себя и подумай, что ты хочешь, с чего ты начнешь. И одна из вещей, которые необходимо сделать, это взять вот учение, конкретное учение о четвертом измерении. Сестры, это реформирует все. Когда вы начинаете смотреть на себя, когда вы начинаете видеть себя, мечтать, я вам скажу, все возможно верующему. Все возможно. Никто не сможет вас остановить, никто не сможет где-то быть препятствием, потому что то, что вы начнете делать, шаг за шагом, вы просто измените ту вселенную, которая была создана вокруг вас, тот мир, в котором вы живете. Я думаю, скажи соседке, сегодня начнется что-то новое в моей жизни. Вы помните такой анекдот, когда женщина умерла,
И женщине там был, может, там 50-60 лет, она умерла и говорит: «Господи, да что ж происходит-то? Я еще пожить хочу». А Бог говорит: «Точно хочешь?» Она говорит: «Ну, конечно, я еще хочу пожить, что же я так рано ушла?» Он говорит: «Ну, хорошо, иди, живи, через 15 лет заберу тебя». Она говорит: «Ну, спасибо». Она такая приходит в себя, в реанимации, там, знаете, этот, сердце ее завели, она приходит в себя, и она так думает: не выходя из больницы, так как мне 15 лет осталось, приведу себя в порядок. И она пошла сразу в этой больнице, сделала себе там, знаете, операции пластические на лице, грудь сделала, все как положено, прическу перекрасила, там такая блондинка стала, все, все закончилось, она выходит из больницы, скорая сдавала назад, бам ее, и она умерла. Она к Богу говорит: «Господи, говорит, что же это такое? Ты же мне говорил 15 лет еще». Он такой смотрит на нее: «Говорит, я тебя не узнал». Знаете, можно сильно измениться, да? О, Боже мой. Я скажу вам, сестры, на самом деле человек может меняться внешне через четвертое измерение. Человек может увидеть перемены в своей жизни. Знаете, мы не можем взять ответственность за других людей. Вот бывает, ваш муж или кто-либо еще, как он себя ведет, как он живет, вы не можете, бывает, на это повлиять, потому что это его выбор. Вы на это аминь скажете? И что бы вы ни делали, бывает, даже мы молимся, но видим, что ничего не меняется, потому что это его выбор. Но вы должны знать, что то, что касается вас, вы можете изменить. И вы можете стартануть вот так в новой жизни. И это очень важно. Знаете, слово «новая жизнь», оно на самом деле имеет как нектар. Оно сладкое. Вот скажи со мной: «Новая жизнь». Еще раз скажи: «Новая жизнь». А теперь вот так, не по-комсомольски, а вот так вот: «Новая жизнь». Новая жизнь. Скажи соседке, скажи: «Новая жизнь, по-моему, это круто. Это для меня». Новая жизнь. Это классно. Это здорово. И знаете, что самое главное? То, что я бы даже записал. Это реально. Это реально. Когда мы смотрим на людей, у некоторых такие чудеса в жизни. У них исцеления в теле происходят. Знаете, там появляются органы, которые были вырезаны у женщин. Представьте, происходят какие-то чудодейственные вещи. Вот сегодня я смотрел по нашему телеканалу, показывали сестру, которая встала с коляски. И вот представьте, она там не ела, не разговаривала. Ее ложили, переворачивали и все остальное. И на собрании она, вы видели, да, она встала, она уже разговаривает, она интервью дает, и она больше и больше оживает с каждым днем. Но знаете, что интересно? Если Бог творит такие чудеса, а сотворит ли Бог чудо в твоей жизни, чтобы просто ты получила новую жизнь, чтобы ты в нее вошла, чтобы ты увидела исполнение своей мечты? Вот послушайте то, что я скажу, это очень важно. Нужно мечтать. Нужно создавать мечты. Сестры, вам, как никому, хочу это просто передать. Нужно создавать мечты внутри себя. И вот создание мечты – это что-то. Начните мечтать. Начните создавать мечты о своем будущем, о себе, о своем теле. И вот если говорить о теле, давайте поговорим: тело, душа, дух. Если мы говорим о теле, вы знаете, что когда мы говорим о теле, мы можем мечтать о том, чтобы наше тело было таким, каким мы хотим его видеть.
И у тебя должна быть конкретная картина. Знаете, часто люди, они берут даже картинку какой-то женщины там с красивой фигурой. Я у сестер видел там на телефоне заставки такие. И они смотрят на эту картинку. Я вам скажу, это неплохо, но очень важно, чтобы это было создано в твоей душе. И когда ты начинаешь мечтать об этом, о том, чтобы физически, во-первых, себя чувствовать хорошо, чтобы нравиться самой себе, чтобы наслаждаться конкретно от своего состояния физического. Друзья, вы знаете, что когда вы начинаете мечтать, вы начинаете приходить к тому, что вы понимаете, что вам нужно сделать. И одна из вещей, которая вам была не подсильна, когда вы начинаете мечтать, вдруг это становится вам по силам. Вы начинаете правильно питаться. И кто-то из вас, вы пытались запрыгнуть на диету. И вы на нее запрыгивали. Неделю прямо были в этом прыжке. И потом со всего размаху спрыгивали. Прямо на кухню. И потом, когда вам показывали весы, у вас расширялись глаза, и вы говорили: я туда не пойду. Весы от дьявола. Вы знаете, что без мечты все невозможно, трудно, тяжело. Но когда вы начинаете мечтать, со временем эта мечта становится для вас такой ценной, что вы готовы платить цену и пройти что-то. И запишите себе первое. Вы начинаете менять образ жизни. Вы начинаете образ жизни менять также в своем питании. И когда вы начинаете правильно питаться, это очень сильно помогает. Я хочу сегодня такие практические вещи вам порассказывать. Они все впереди. Так что будьте готовы, я буду разное говорить. Правильно питаться. Если вы начинаете правильно питаться, у вас будет происходить несколько вещей. Первое. Вы начнете себя лучше чувствовать. Потому что состояние вашего тела очень сильно влияет на состояние вашей души. Вы начнете лучше себя чувствовать. Когда вы на ночь наедаетесь, сестрички, вам начинают цыгане сниться. И притом пророческие сны. И вам тяжело. Вы утром просыпаетесь, вам тяжело. И я вам скажу такую вещь, что от неправильного питания приходит депрессия. И вы скажете: неужели? Конечно. Когда человек неправильно питается, даже вот некоторые вещи, да, которые человек делает, они очень, очень неправильные. Мы еще будем говорить о питании на колледже, но я вам сейчас хочу сказать. Когда вы начинаете неправильно питаться, у вас появляется привычка. Привычка вырабатывает в организме определенные рефлексы. И, к примеру, человек, женщина, потребляет много углеводов. Углевод – это энергия. Когда энергия, к примеру, да, поступает в ваш организм и не расходуется, эта энергия, то есть этот углевод, он начинает переходить в жир. И когда появляется жир, и вы смотрите на себя в зеркало, у вас появляется плохое настроение. Когда у вас появляется плохое настроение, вслед за этим появляются комплексы. А когда появляются комплексы, появляется уверенность, что мужу вы не нравитесь, или там парню, с которым вы там решили встречаться, да, там. И что происходит дальше? Шаг за шагом вы даже не замечаете, что от неправильного питания в конце вы пришли к разрушенной жизни. И для того, чтобы это изменить, нужно понять, что это дело привычки. Привычка прививается сколько? 21 день. Вот если вы 21 день
правильно питаетесь, в вашем организме перестраивается все, перестраивается обмен веществ. Вы знаете, что существует код в организме? И это откровение, которое я получил. Это код. Я скажу, я называю это кодом. То есть вот чтобы, сколько бы ты ни ела, вот бывает человек, он даже мало ест, кажется, да, так ему так кажется в крайнем случае, а не худеет. И нужно довести организм до того, пока будет сломан этот код, и обмен веществ перестроится на новый лад работать. И тогда только человек начинает худеть. Точно так, когда я был худым, я был 62 килограмма весил. Я был очень худым, представьте себе, 62 килограмма. И у меня были кожа и кости, я не мог поправиться. И я получил это откровение, что нужно сломать код, чтобы мой обмен веществ заработал на другом уровне. И когда я его сломал, сразу все стало на свои места. Я молился, чтобы я весил 101 килограмм. И вы знаете, за эти годы я пытался сбросить вес множество раз. 101 килограмм. Я помню, я решил набрать вес. Я набрал уже 112. Я занимался в спортзале, набрал уже 112. 101 килограмм опять. Вот вымолил себя. 101. И все. И вот вы должны знать, что когда вы ломаете привычку, когда вы ломаете вот этот код, вы можете похудеть и остаться таким на все время. Потому что те, кто просто соблюдают диету какое-то время, потом, когда перестают ее соблюдать, они возвращаются опять в свой старый вес. Поэтому нужно вот это изменить для того, чтобы добиться в этом успеха. Второе, что нужно? Подумайте сами, если углеводы, которые вы потребляете, к примеру, вы там потребляете 3000, да, там у них, а что вы расходуете 1000? А остальное идет куда? Вы не любите это слово, правильно? В жир идет конкретно. И знаете что? Когда вы хотите, чтобы это не попадало конкретно в ваш организм, кроме того, что вы начинаете правильно питаться, нужно начать расходовать энергию. Расходовать энергию. И расходовать энергию можно, когда вы начинаете уделять время для конкретных занятий. Одна из простых вещей – это бег, плавание. Это вот даже без профессионального подхода. И вы знаете, что когда человек бежит, у него он может сильно потеть, но даже когда он потеет, у него вода выходит. И только через 45 минут бега у человека конкретно начинает топиться жир. А вообще есть целая схема, как сбросить. Вам интересно то, что я говорю? Как сбросить, к примеру, убрать жир с организма? Это когда ты вечером, ты не кушаешь, да, на ночь. Особенно сладкое, там, ну, углевод вообще исключен. И человек ложится спать. Ночью вот этот глюкоген, который там, да, хранится в организме, углевод, все, оно расходуется, потому что даже когда ты спишь, идет расход энергии. Утром ты просыпаешься. Представь себе, когда ты проснулась, в этот момент твой организм, он требует, чтобы ты вбросила туда конкретный углевод, чтобы была энергия. Поэтому люди, которые пытаются изменить свою жизнь, первое, что они будут чувствовать, и вы должны знать, что это норма, они чувствуют слабость, потому что, слушайте почему, потому что когда вы не вкинули этот глюкоген, когда вы не вкинули углевод, что происходит? Вот этот запас энергии, который у вас был, он расходуется за ночь. И потом, представьте, вы ничего не съели и побежали. И вот вы бежите. Организм должен переключиться с этих ресурсов. У организма есть два ресурса. Это вот как два провода, да, питания. Один провод питания – это то, что вы едите. И есть другой запасное питание, да, дополнительное питание, как у терминатора, поняли, да? Это ваш жир. Жир – это конкретная энергия. Вы меня слышите сейчас? И когда вот здесь питание заканчивается, человек буквально гаснет, у него нет сил, темнеет в глазах, и в этот момент вы тянетесь к холодильнику, и сразу же там вот эти все сырники, все пошло вместе со сметаной, со сгущенкой, и силы пришли, а потом опять плохо. И, слушайте, нет, не тянитесь туда, переживите это, и наоборот начинаете двигаться. Тогда вот этот провод организм сам
здесь выключает и включает тумблер. И ваш жир конкретно начинает становиться энергией. И когда вы бежите, буквально вся энергия откуда берется? С вашего жирового запаса. Когда вы пробежали, к примеру, я скажу, час, сестры такие, о, лучше умереть вообще, лучше полежать в конце концов. Послушайте, но если дело привычки, все для человека является нормой. Любая норма становится нормой только посредством того, что вы прививаете это в привычку. И вот смотрите, что произошло. Вы высушили себя буквально на какое-то количество жира. И люди, которые так делают, они всегда сухие, у них даже капли жира нет. Потому что за счет вот этого расхода энергии, который они знают, да, что они ни в коем случае ничего с утра не съел, энергия уже закончилась, поэтому организм переключился на жиры, выкачал конкретно всю энергию оттуда. Человек потом, только после этого, он съел там белок, конкретно там белок, овощи, он поел и нормально. И смотришь, что происходит через время. Знаете, что происходит через время? А слушайте внимательно. Через время ты на себя смотришь, вау, ты достигаешь каких-то результатов. У тебя поднимается настроение. У тебя другая жизнь, потому что все люди, запомните, которые занимаются спортом, все люди, которые хоть чуть-чуть уделяют этому внимание, они, запомните, по уровню счастья, эмоционального, можно сказать, такого уровня жизни, они выше тех, которые не занимаются. Меня все слышат или нет? Поэтому, если вы хотите начать свою жизнь, ходите в спортзал, я вам прямо говорю. Ходите в спортзал, вы скажете, пастор дорогой, там мне уже там, 60 лет. Что такое 60 лет? Пастор Ральф Нейбор, ему 86, уже 87 лет. Он ходит в спортзал два раза в неделю. Вместе с Руфью. И Руфь, которая, представьте, столько лет, она летает по всему миру. У нас бабушки 87 лет. Знаете, что с ними? Уже крапива и могила заросла давно. Так я говорю или нет? А ей 87, и поверьте, она ездит по всему миру. Накрашенная, причесочка, ходит такая на собрании, там, всем мажет. Знаете что? Почему? Потому что правильное питание и спорт. И вы скажете, ну, пастор, ну, они американцы. Ну, ты считаешь, что ты тоже американка. И все, делай то же самое. Я просто хочу сегодня сказать вам, сестры, спортзал – это очень круто. Однажды мы разговаривали с одним человеком, и мы пришли к тому, знаешь, вот он говорит, я, когда иду в спортзал, я, ну, реально отключаюсь от всего мира. И я говорю, у меня то же самое. Если я в спортзале, ты находишься на каком-то островке, ты отключен от всех дел. В это время у тебя какая-то, ну, душевная такая, можно сказать, душевный релакс такой серьезный. И вот многие из вас, вы не имеете этого душевного релакса, потому что вы не уделяете время простым таким элементарным вещам. Когда ты ходишь в спортзал, ты находишься в другом мире, ты окунаешься вообще в другое время, ты занимаешься. Вы знаете, что когда человек вот, бежит или вот вообще занимается спортом, у него вырабатывается гормон счастья. Вы в курсе или нет? Кто-то знает, кто-то нет. Но я вам скажу, как есть. Я знаю это на себе. То есть, когда ты занимаешься, у тебя реально вырабатывается гормон счастья. Эти эндорфины, да, вырабатываются в организме. И что происходит? В этот момент у тебя поднимается настроение. Во-вторых, когда ты в спортзале, ты отключаешься от семьи. Ты отключаешься от служения. Ты отключаешься от всех дел. И знаешь, когда мы говорили с этим человеком, это мы с Вовой Городиловым говорили, он говорит, понимаешь, вот спортзал – это как будто бы такое... Швейцария твоей жизни. Почему? Потому что что бы в жизни ни происходило твоей, а в спортзал ты все равно идешь. И там ты все равно просто человек, который занимается спортом. Скажите, круто, а? Это как нейтральная территория, нетронутая. И вот вам нужно знать, что благодаря этому вы душевно очень сильно начнете укрепляться. Но второе, физически. Послушайте дальше. Когда вы занимаетесь спортом, многие болезни, которые могли бы быть в вашей жизни или которые даже вас сопровождали, они уйдут из вашей жизни. Потому что когда вы занимаетесь спортом, у вас поднимается очень сильно уровень иммунитета.
ваш организм, он становится очень сильным. Если вы все время простуживались, или по-женски болели, или еще как-то. Что происходит? Когда вы занимаетесь, у вас шаг за шагом начинает все меняться. Организм сам начинает противостоять. Вот вы скажете, пастор, мы хотим иметь дух здоровья. Кто хочет иметь дух здоровья? А вот слышали поговорку «в здоровом теле здоровый дух». А теперь слушайте, чтобы иметь дух здоровья, человеку нужно маленькую цену заплатить. Нужно в эту сторону просто пойти. Нужно начать заниматься. И когда ты будешь заниматься, ты буквально в это время можешь пригласить этот дух здоровья в свою жизнь. Но когда ты не занимаешься, твой организм ослабевает. Подумайте сейчас, на одну минутку. Мы еще не перешли к душе, но я уже говорю за душевные вещи. Подумайте на минутку. Сколько стрессов в этой жизни нас может сопровождать? Стрессы расшатывают наш организм, так или нет? Стрессы, они толкают нас вообще к тому, что мы грустим, мы переживаем. У нас появляются какие-то фобии, переживания, страхи за будущее, за детей, за мужа, за семью, за деньги, за все на свете. И знаете что? Это влияет на наше тело. И наше тело, когда оно находится под стрессом, когда оно ослабевает, когда оно, знаете, переживает какой-то кризис, в этот момент приходит дьявол. Друзья, я вам говорю реально. Дьявол всегда бьет туда, где есть слабое звено. Меня все услышали? Слабое звено. И чтобы вот это слабое звено сделать сильным, ты должен знать, мое здоровье слабым звеном не будет. Не слышу твердого аминь вашего. Мое здоровье не будет слабым звеном. Я буду в здоровье вкладываться. Я буду что-то делать. Я не буду просто ждать, что, ну вот как-то инертно идти по жизни, ждать, что все будет хорошо. А потом, когда вдруг станет плохо, ой, лягу в больницу. Нет. Врачи нам не нужны, если мы будем заниматься спортом. Слышите? Поэтому, сестры, я сегодня, ну, толкаю вас к этому. Я знаю, что кто-то меня слушает, и он обязательно это сделает. Обязательно это сделает. Душевный момент, друзья, душа, ваша душа, запишите себе, сестры, запишите. Храните себя от стресса. Храните себя. Исполняйтесь духом радости. И Писание говорит, радуйтесь. И еще говорю вам, радуйтесь. Аллилуйя. Радуйтесь, и еще, он говорит, радуйтесь. И Писание говорит, что радость пред Господом, что это? Сила ваша. То есть, оказывается, когда вы радуетесь, когда у вас появляется этот момент радости, сестры, вы начинаете преодолевать трудности в жизни. Вы начинаете вообще становиться другим человеком. Теперь послушайте, вот посмотрите на меня. Кто из вас понимает сейчас вот то, что я скажу? Что радоваться мы привыкли чему-то. То есть должна быть какая-то причина, событие, кто-то должен что-то нам сказать или сделать. А Писание говорит, чтобы мы радовались по одной причине. Радовались и утешались Господом. И вот эта радость, она как бы не имеет причины в физическом мире. И когда вы начинаете радоваться без причины, то есть у вас может быть плохо все в жизни, там напряги какие-то, трудности, но вы радуетесь, потому что что вы сделали? Вы приняли решение, что вы будете позитивным человеком, что вы будете радоваться. Кто-то меня слышит? Что будет дальше? Слушайте внимательно. Когда вы измените свое внутреннее состояние, состояние своей души, и вы начнете радоваться, потому что у вас есть ваш друг, Дух Святой, все вокруг вас, самое лучшее, начнет притягиваться в вашу жизнь. Все, кто радуется, притягивают хорошие обстоятельства. Воздай Богу славу. И вы знаете, что люди негативные и позитивные, это очень разные люди, и у них разные события в жизни, всегда. Как есть такой анекдот про человека, который был, один был такой пессимист, а другой, наоборот, позитивный человек.
Ну, знаешь, тот, что позитивный такой, знаете, оптимист, он говорит: «Вау, глянь, какое солнце!» Они оба были фермеры. «Глянь, какое солнце!» А тот говорит, пессимист: «Так что солнце? Сейчас попалит все здесь. На следующий день дождь идет». Тот говорит: «Вау, дождь пошел, польет наши поля». «А что этот дождь размоет сейчас всю землю, не будет урожая». В общем, короче, каждый день так было. Потом они собрались на рыбалку. Ну и этот оптимист взял с собой собаку. И говорит: «Смотри, какая собака у меня, я завел такую собаку. Вау, супер». И там они поплыли на рыбалку, на охоту, там какую-то утку сбили. И утка эта упала. Он говорит: «Смотри на собаку, смотри на собаку». И он говорит: «Иди принеси этот, утку эту». И собака побежала по воде. Побежала по воде. И приносит эту утку назад. И этот оптимист говорит: «Ты видел, какая крутая собака? Она по воде бегает». И он ему отвечает: «Да, что здесь хорошего? Она же не летает». И вы знаете что? Вот человек, который пессимист, он все видит в негативном свете. Даже если все будет хорошо, он будет все видеть плохо. И человек, который наоборот оптимист, позитивно настроенный, послушайте, он притянет к себе все самое лучшее. Душевный настрой – это то, над чем нам нужно работать. Вот в моей жизни бывает такое, когда сатана хочет, как будто бы, знаете, закинуть какие-то плохие мысли в мою душу. У вас такое бывает или нет? И вот как-то расстроить тебя, как будто будет все плохо, как-то нехорошо, и какие-то люди тебя расстроят, или еще что-то. И вот я в этот момент всегда вот смотрю на это и думаю: дьявол хочет, чтобы я сейчас вот где-то внутри был в таком плохом, расстроенном состоянии. Что мне делать? Я всегда задаю этот вопрос, и я знаю на него ответ. Решением воли прямо сейчас ты должен посмотреть на все с точки зрения оптимиста. Ты должен посмотреть на все и понять, что все у тебя хорошо. Ты не должен дать дьяволу тебя расстроить. И знаете, когда ты начинаешь принимать такие решения и начинаешь радоваться, очень сильно это помогает выровнять твое душевное состояние. И есть люди всегда, я вам совет дам, есть люди, которые помогут тебе позитивно мыслить. Нужно обязательно иметь таких друзей, подружек. И когда вам плохо, чтобы вы могли кому-то позвонить, и чтобы вы знали, что этот человек вам скажет. Что он скажет: «Да все хорошо, все будет нормально». Я вам вопрос задаю, у кого-то из вас есть такие люди или нет? У кого-то есть, у кого-то нет. А это важно. Вот я, к примеру, я благодарю Бога, что у меня есть такие люди. И когда я, вдумайтесь, мне тоже бывает плохо. И когда я вижу, что я не могу справиться, я говорю: «Зайдите ко мне». Они заходят. Я говорю: «Ой, что-то так, вот я расстроен». И я знаю, они мне сразу начинают говорить, там, у меня есть такие друзья. Они сразу говорят: «Да что ты расстроен? Да это ерунда все, посмотри, как все классно». И я: «Нет, специально». А они: «Да нет, классно». Я: «Точно, да все классно». Я говорю: «Ну ладно». И все, я уже другой, я уже в хорошем настроении. Потому что мы все нуждаемся в чем? В том, чтобы кто-то нас поддержал. Поэтому, естественно, не задавай вопросы пессимистам. А если ты даже им скажешь, что все плохо, они скажут: «Очень плохо». Знаете, как пессимист и оптимист. Когда пессимист говорит: «Хуже уже не будет», оптимист говорит: «Будет, будет». Ну, это как шутка, да? «Будет, будет». Я вам скажу такую вещь, что в самом деле мы должны окружать себя. Вот душевный момент, он очень важен. Вот сегодня, сестра, ты сидишь в этом зале, а ты вот реально задай себе вопрос, напиши в своем блокноте: «Кто ты?
Вот как ты себя оцениваешь? Кто-то говорит, оптимист. Это хорошо, но это для меня, а для себя? Вот кто ты? Потому что это важно, знаете, вот и душевный настрой, ведь он меняет всю жизнь. Кто из вас хочет притянуть буквально в свою жизнь благословение, а? А, вот посмотрите, мы все хотим. И я вам скажу, что Дух Святой движется через нашу радость. Дух Святой движется через наши позитивные эмоции, через то, что мы внутри не даем стрессу, проблемам, безденежью, каким-то плохим отношениям, может, в семье. Не даем проникнуть в наше сердце. Мы не позволяем нашу душу вот взять, принести в жертву всем этим вещам. Вот это важно, братья и сестры. Очень важно внутри сохранить себя, устоять, не позволить. Вдумайтесь, вот посмотрите на меня и подумайте, сколько мне приходится иногда переживать разных стрессовых ситуаций. Если бы где-то внутри я не был стрессоустойчивым человеком, Бог бы мне никогда не доверил такое служение. Логично или нет? Потому что, чтобы Бог мог доверять, Богу нужно было видеть, что когда меня будут расстраивать, когда будут пытаться там на меня плохо говорить, когда будут пытаться что-то мне испортить настроение, там, и жизнь испортить, и все что угодно, что в это время я буду жить надеждой, я буду жить верой, я буду жить радостью. И это открывает двери для новой жизни. Амен. И ты, та сестра, послушай, которая должна сегодня тоже сказать, Господи, я не хочу свою душу приносить в жертву каких-то обстоятельств. Я хочу, чтобы моя душа была целостной, чтобы я внутри была защищена от стресса, защищена от каких-то проблем, чтобы никто не мог просто прийти там и, как говорится, расстроить меня, и через это я увидела проблемы. Нет, я буду радоваться, я буду находить любой повод для радости. И мы говорим, знаете, вот, серая мышь или королева, и это я выбираю, понимаешь? То есть я имею в виду ты, выбираешь быть серой мышью или королевой. Кто ты в душе? Когда ты начинаешь видеть себя так, когда ты начинаешь душу свою защищать, когда ты просто говоришь, да я счастливая, я просто все изменю, даже если что-то было не так, все станет на свои места. И мы говорим, тело, душа, но есть дух. И вы знаете, вот теперь мы подходим к тому, о чем мне хотелось вам сказать на этой конференции. Братья, о Господи. Братья, которые прячутся там. Хотел сказать. О, да, они тут есть. Они тут шифруются потихоньку. Прячутся за камерами. А он говорит, я не слышу, ничего не слышу. Как же ты не слышишь, если я говорю, а ты мне махаешь, а? Ага. Сестры дорогие, скажите, вы готовы к тому, что я буду говорить? Хорошо. Мы с вами поговорили немножко. Знаете, это был такой момент, который мне хотелось сказать. Но сегодня вот что мне хотелось принести вам. Во-первых, я хочу задать вопрос и сам же ответить на него. Значится, что для женщины нужно, чтобы она была счастливой? Ну ладно, скажите кто-нибудь. А? Что? Зеркало? Некоторые, наоборот, разбили свое зеркало. Поставили весы, разбили, зеркало разбили и пришли на конференцию. Как? Есть микрофон еще один? Пожалуйста. Сейчас, одну секундочку. Сестры, сейчас. Бей сюда. Любовь, кто-то кричит, да? А ну, скажите что-то. Вот, все. Ну, давай. Женщине нужна любовь. Когда она наполнена любовью, она может ее дарить дальше. Хорошо, любовь. А вот там сестры что-то говорили, я не услышал просто. Да вот, что ж ты ходишь?
Он потерялся. Женская конференция, он вообще столько сестер. Он же не женатый, видно. Ты не женатый? Теперь понятно все. Подставили мужика просто, ну, бля. Впервые нужны отношения с Святым Духом, а потом с мужчиной. Может быть. А потом с мужчиной. И знаешь... Нет, ну... Я хотела сказать, что самое главное – отношение с Святым Духом, чтобы женщина была счастливая. Хорошо, хорошо. Ну, а сейчас вот я, если брать не духовные вещи, как... деньги, правильно? Money, money, money. Это очень важно, потому что женщина любит деньги. И это нормально. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Потому что... Вон еще девушка, видишь, прыгает, не пробеги мимо. Хочу. Вот насчет недуховного, ну, Святой Дух, это все, конечно, самое важное. Но, смотрите, я хочу быть красивой, да? Вот я красивая, класс, а теперь мужика дайте. Или наоборот. Правильно? А потом мужчина есть, муж есть, дом, все классно, я так хорошо выгляжу. А вот хочу куда-то поехать, а денег нет. Но мне кажется, все-таки баланс должен быть же какой-то. В жизни, да, баланс должен быть. Ну, конечно. Быть. Ну нельзя баланс. Сказать, я хочу быть только красивой. Баланс должен быть на карточке чего-то. Хотя бы 1100, правильно? Да. Стабильно. Хорошо, я понял. Я понял, спасибо. Ну смотрите, как сестра говорит, деньги мужика, ну и так далее, да? Хорошо, окей. Ну смотрите, что нужно? Что нужно женщине? Как? Взаимопонимание. С кем? Дай микрофон. Дай микрофон. Давайте послушаем, с кем взаимопонимание должно быть. Ага. Для меня самодостаточно знать, что я куда не вхожу, я знаю, что я с Богом. Куда бы я ни пошла, даже на работе, я знаю, что в шаг я ступаю со мной Господь. И все в моей жизни то складывается правильно. Хорошо, самодостаточно. Я понял, сестра, я понял. Но видите, как мы вот разговариваем. Хотя бы один раз в году женщина отдыхала в санатории. Санатория. Кстати, это очень правильно. Многие, да, любят санатории. Там всегда много приключений разных, да? Ай-яй-яй. Хорошо. Вон сестры еще сидят, да? Ну, пропустил. Мне нужна благодать. Благодать. Сестры, я не пойму, что с вами? Ну, вы поняли уже все, и про благодать мы уже поговорили. И, пожалуйста. Да. Я считаю, что женщине, ну, больше всего нужно это внимание от любимых людей. О, уже ближе, ближе. Вот там, вон, сестричка тянет руку. Просто, когда мы говорим, чтобы Господь был со мной, благодать нужна, мы это все поняли уже. Но мы сейчас хотим поговорить о том, что же все-таки ей нужно женщине. Здравствуйте, церковь. Сейчас. Ага. Вот, если не говорить сестричка, о духовном... Сестричка, я вижу, тебе очень много нужно в этой жизни. Сейчас. Ну-ну. Если не говорить о духовных вещах, то прежде всего я считаю, что каждая женщина нуждается в самореализации. Для каждой это будет своя круто. Сфера. Кто-то силен, там, к примеру, да, в языках. Да, дайте аплодисменты, очень правильные слова. Больше учения. Но когда женщина самореализуется, когда она движется в этом, она видит, что она чего-то стоит, и ее успехи, они действительно, ну, не пустой звук, тогда это действительно вдохновляет. И не только окружающих, а ее саму. Это мое мнение. Спасибо. Да, очень, очень интересная мысль. Очень интересная. А теперь послушайте. Ну вот иди сюда. Еще вот одну сестру. Вот и все. Сестричка, успеем. У нас еще все будет. Еще все будет. Осознание того, что ты кому-то нужен.
Пожалуйста, он еще той сестре, да. Ну, для меня очень важно любить и быть любимой, вот, потом открыть свое дело, чтобы свой бизнес был, и быть VIP-партнером Духовного Центра Возрождения. Для меня это очень важно. Хорошо. Что-то сестра вам там хотела сказать, да, и Спасибо, мои дорогие. На самом деле женщина формируется с детства. И в детстве первое, чтобы она была счастливой девочкой, у нее должен быть очень хороший отец. Второе, в юности, чтобы она была счастливой девушкой, у нее должен быть отличный брат. И третье, когда она созрела, у нее должен быть отличный супруг. На Кавказе у нас говорят «начальник головы». Спасибо. Ага, хорошо. А теперь можно я скажу? Смотрите, друзья, все тут говорили, сестры, правильно. И вот первое, что бы мне хотелось сказать, что женщина, для того, чтобы ей быть счастливой, что ей нужно? Ей нужно, чтобы она была, уже я говорю, чтобы она была, знаете как, в центре внимания. Это правда. Очень некрасиво и плохо, когда женщина не в центре внимания. И когда даже дома Виктория заходит, все внимание на нее сразу. И что бы я ни делал, с кем бы я ни говорил, сразу внимание. Потому что внимание – это очень важный момент. Во-вторых, для женщины очень важно, да, чтобы ее любили. Так или нет? Чтобы ее любили. Это очень важно. Третье, для женщины очень важно, смотрите, чтобы она самореализовалась как личность. Потому что для женщины она несчастлива, когда она является бесплатным приложением куда-то. Типа муж у нее там какой-то крутой, а она что? Ну она никто, она дома сидит, просто там посуду моет, там еще что-то. Подождите, она не может быть счастливой в таком случае. Ей захочется что-то делать, так или нет? И она хочет хоть что-то, но она хочет реализоваться. И вы знаете, вот бывает, есть муж, а бывает и нет мужа. Какая разница? Любая женщина, она счастлива, когда она самореализуется, когда ее потенциал, он реализуется. Итак, давайте не будем много говорить. Первое, она хочет, чтобы женщина счастлива, когда внимание есть. Женщина счастлива, когда любят ее, правильно? Женщина счастлива, когда она реализуется. И вот теперь, смотрите, сегодня я хочу сказать любой сестре, которая вот реально по жизни является серой мышкой, серой такой маленькой мышкой, которая вот смотрит на себя так, люди на нее так смотрят. Вот вопрос, как этой сестре стать королевой? Как этой сестре стать той женщиной, на которую будут смотреть много людей, которые будут любить много людей, которые будут уважать много людей, которые будут ценить много людей. Как ей стать королевой, которая вот реально будет самореализоваться, которая будет в большом уважении, которая буквально расцветет в этой жизни и станет человеком, который не просто себе помог, а который реально влияет на других. И теперь, друзья, я пришел на эту конференцию к вам с ответом. Для того, чтобы женщине из серой мышки стать королевой, ей нужно стать пастором церкви. Я знаю, вы не ожидали этого. Но это то, что я получил от Бога, чтобы вам это сказать. И я вам скажу, когда женщина становится пастором церкви, если она до этого тынялась по этой жизни, до этого ей, может, муж говорил, ну как ты живешь, ну кто ты такая? Если до этого, может, не было у нее мужа. Родные мои, если она станет пастором церкви, мужа она выберет сама. Вы знаете, что я в курсе, что сестры, которые не могли выйти замуж, когда они становились пасторами церкви, что это значило? В этот момент сестра вот так смотрела на мужиков, и уже не мужики ее выбирали. Потому что все братья всегда любят своего пастора. Логично или нет? Все.
все неженатые братья смотрят вот так вот на, ой, пастор там Татьяна, пастор Татьяна, как ваши дела? А она уже выбирает, она говорит, так, ты будешь третьим помощником, ты будешь вторым, а вот ты иди сюда, будешь первым. Отдайте Богу славу. И я вам говорю, когда женщина становится пастором, если до этого она была серой мышкой, когда она становится пастором церкви, в этот момент она становится человеком, который уважаемый человек, любимый человек, который в центре внимания, который реализует себя. И вся жизнь такой сестры, это уже не жизнь серой мышки, а это уже жизнь королевы. Амен! И мне хочется сегодня вам сказать, дорогие сестры, и это очень-очень важный момент для вас, что ваша жизнь может пройти просто вот так вот все самое хорошее мимо. Но ваша жизнь, она может быть очень яркой, она может быть очень интересной, она может быть феноменальной. Амен!